В этом году исполнилось 55 лет со дня образования областной филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева. К юбилейной дате артисты готовились с особой серьезностью. На необычном представлении побывала и наша съемочная группа. Пандемия знаменательным датам не помеха. Примечательно, что коллектив областной филармонии встречает большой юбилей в один год с важной для всей страны датой – 30-летием независимости. Первым, что называется, подарком в день 55-летия организации стало открытие памятной доски. Каждый год мы обновляем тематику этой доски. Например, в 2019 мы посвятили ее 110-летию Гарифуллы Курмангалиева. В прошлом году посвятили 200-летию Дауляткерея. Важно, что оркестру, носящему его имя, исполнилось 20 лет. Год стал юбилейным не только для филармонии, но и для ряда местных творческих коллективов. Так, 30-летие отмечает фольклорный ансамбль «Орал Сазы». Четверть века исполняется ансамблю народного танца на зерке. Они также проведут праздничные вечера. Кроме нынешнего состава артистов, активное участие в больших праздниках принимают и ветераны филармонии. 45 лет работаю в филармонии, не понаслышке. Знаю всю историю этого учреждения. Знаю обо всех достижениях всех артистов. С гордостью могу сказать, что наша филармония одна из лучших в стране. Кульминацией празднования юбилея стал большой онлайн-концерт. Его посвятили 180-летию основателя западной вокальной школы Мухиту Миралиеву. Артисты по удаленке исполнили его лучшие произведения. Алексей Кочемасов, Алтынбек Тынышкалиев, Аида Сагидулла, телеканал Ак-Жайык.